Наталья номер два приготовится в бурмистре. Владислав. Si presenta la Salteava 3, la 11 кг per determinare il primo di finalista. Fuego Alexander, Tiraspol, Cotanidis Alexandros Grecci. Ой, дурак!
Приглашается 73 килограмма. Перемичук Александр, Митран Давид. Приготовится 90 килограмм. Бросил Григорий. Что случилось, может?
Queste nudis Modricale. Надя! Надя!
toți antrenori și la sfârșit, după ce se termină meciul, face o pauză de 2 minute, și vom împărți categoria de 66 de kilograme în două. O jumătate de categorie se va juca pe Salteaua 2, Thank you.
Балтежом Рудой. Все бригадец, Жени Каннадемин, Куляшов Назар. Татами номер два. Бригадевица. Аделин Куляшов-Назар. Димаш Андреевич, Димаш Бурдин. Категория решения 60 кг, он подземен дола. Парта де сус, а репресаж, жули се бата спешуна, а их салтела 2. Парта де джус, а репресаж, жули салтела 3. Салтела 3 се презинте на 66 кг, партен на жус, а репесажului Потофей Ionuț și Mostovoi Constantin. Катанцев 1, Семите Грозу, Григорий Леонидис Старис. Mostovoi Constantin. Thank you.
аккуратно. Аккуратно. Категория плюс 93 кг. Молдаван Михаил, весовой солдат. Аккуратно. Thank you.
Besan, Goldish, Robert, Doro Petesco. Sempre che Pes, Mazzai e Danil, Besan, Gabo Rion, Zanini Brick. Сейчас, 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 сей
экзамен номер 0. Мальчишка Игор, Келмиску и он. Yeah.
Одеса, Чикаго, Иван Язаревич. Чекан, Влад, Квинт, Анатолий.
Аксель Геймон, если... Thank you.
Thank you.
câștigător, Urbiș.
дорогих жертв. Thank you.
Аделин. Thank you.
Кривоносто. Гончарко Євген Десан, Габор Іван із Зелені Вінці. Петро Салтела 3. Thank you.
Matteo Andrei, se presinte po Charco e Fred, in campo di
Thank you.
Vreau să vă spun, prieteni, că organizând acest turneu am stabilit obiectivul nu numai de a demonstra locuitorilor Chișinăului și oaspeților capitalei o pregătire performantă la judo între cadeți, dar și de a demonstra părinților și copiilor că sportul este o lume aparte, prin intrarea în care îți poți schimba viața pentru totdeauna, formându-ți viziunea și caracterul, călindu-ți voința pentru dorința de a învinge, devenind disciplinat și încrezător în propria putere. Și un bonus foarte important este oportunitatea de a găsi prieteni adevărați, prieteni de încredere, care să te însoțească toată viața. Formând un cerc social sănătos, vei avea nevoie de sprijin, dacă tu ești gata să devii sprijin pentru un prieten. Дорогие друзья, мы организовываем этот турнир, ставили задачу не только показать кишиневцам и гостям столицы хороший уровень дзюдо среди кадетов, но и показать родителям и детям, что спорт – это свой мир, войдя в который ты можешь навсегда изменить свою жизнь. Сформировав свое мировоззрение и характер, закалив волю и стремление к заветной цели, став дисциплинированным и уверенным в своих силах. И очень важным бонусом является возможность обрести надежду.